Всем привет, железные маринки! Вот они. Так, ну, до 5 уровня, да, качаем? Да. А можно сбросить и вот так вот, просто все вот так вот сделать, да? Интересно, будут эти скиллы вообще у меня? Да, по-любому будут, просто они... Ну да, я уверен, а прикиньте, не дай и насрать на них. Не такие уж прям вот классные скиллы, чтобы я хотел их. Сегодня боссина, да? Ну, тут как бы, типа, показывают, да, явную боссину. Сейчас будет боссин. Боссина это хорошо. Боссин я люблю. Боссина это всегда круто. Тупик. Зами Альфа. Компания. Предводитель багровых стервятников наконец явил себя. Ими руководит Арт Руин. Знаменитый наемник и преступник, обвиненный в 175 случаям воровства технологий. Он построил огромную боевую машину из деталей, похищенных в разных частях галактики, и сейчас пытается добраться до штаба Федерации и убить советника. Командир, мы должны защитить совет и остановить Руина. Руина! Руина! Да, ей, короче, Руина, ну. Погнали! Останавливать Руина. Руин, держись, мы тебя остановим. Так, что я взял-то с собой? Мне же новых этих дали, а я их поставил. И чё? Пушка, смотрите, какая. А, опять, да, вот это вот. Тут-то типа, ага. А там чё? Ну ты сразу сюда иди, то вдруг будет еще... Какой-нибудь этот новый мобец, да? Что нам сделать нужно? Так, это пушка. Каждая атака, это смертоносное оборонительное орудие, считается от аккумулятора, построенного на... Ну, урон продолжительной глушины, ну, это неинтересно мне, ну, что... 4 отряда могу сделать. Кого мы можем? Вот, мы можем вот этих каких-то... Во. О. Скиллы есть, значит все нам... Нет, не... ага. Угу. Так, кого мы тут еще можем сделать? А, ну понятно, кого мы делаем, 100%. Да, бей, бей. Сверху как мы будем защищать? С учетом, что... Ну, сверху мы сразу будем делать... Да, вот это вот сюда. Ну, по-любому надо тритонов будет делать. Так, ты, короче, смотри, лети сюда, мороз. И солнце, день чудесный. А, он вот так вот делает, ничего себе. Вау. Так, сюда мы тоже что-то купим, да? Не, вот это мы сделаем, да. Вот так вот, да? Ага. Во! Так, тут мы... Вот так вот сделаем. Вот так вот сделаем сразу же. Чтобы денег было больше. Так, вот так вот, ага, сразу делаем. А чё никого нет-то? А, ну ты-то, ты, блин, так, а, ты же умеешь летать, ты помнишь же? Ага. Он сюда сейчас, да? Вот это я понимаю вообще. Моё почти красиво, да, встали? Прям как нужно встали. И чё? Ага, думаете, эти преграды нас остановят? Хм. Я покажу вам, как сражаются стервятники. Хм. Веселый парень. Вы же будете его бить? Ай. А да, они будут его бить, ага. Thank you.
Ага, понятненько. Чё, кто? Кого убили, блин? А этого убили, да? И чё, а чё выкаешь-то? Дракона убили, что ли? А кто у нас там еще-то есть? Так, вот тут мы, короче, делаем, да? Тут мы продаем и тоже делаем. И чё? Что-то я ему... Хватит, я же только что... А, покрасил, ну... Ну, блин, лучше надо было красить. Ага. Так, ты... Вот это вот, ага. Ага. Так, ты теперь тоже тут. Ага. Типа мне не хватает урона, что ли? Я правильно понимаю? Да-да-да, думаешь, царапины меня остановят? Ну, возможно. Я не думаю, я действую. Че, денег? А, денег нету, да? Ну, типа, а это наши ворота, я понял, ага. Так, у меня, ага, кого нету? Ну как бы ты по... А, нет еще. А, ты не смогла сво... Ну давай, 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 давай. Но он это... Ну не может. А, реально, да, вот так вот. Да бей, бей. Пустынный экспресс. Нет. А, все, да? Ты хоть знаешь, сколько мне пришлось украсть, чтобы это построить? Не знаю. Ну ты сделал херню, братишка. О, наконец-то 5-й уровень. Новый герой будет. Ура! Что надоела она просто. Благодаря твоей помощи мы сумели поймать руин и остановить стервятника. Твой срок будет сокращен. Кому вот? А, ага, ага. Спасибо. Я постараюсь вести более честную жизнь. Да? Ты какой-то, да. У него что? Молния? А это он и есть. Я понял. Ага. По-любому, да? Ну, типа... Я уверен в этом. Типа, пробрался. Он нас обхитрил. А руин нам сказали, что это не ваше настоящее имя и лицо. Да. Снять с него маску, он предстанет перед судом в своем истинном облике. Э? Посланец артурианцев? У меня бы все получилось, если бы не ваши войска и герой. Ну да. Мы доверяли тебе, и вот чем ты нам отплатил. С меня довольно, увести предателя. Нет, я не понял, это, короче... Ага.
Я-то думал, что типа мы не того поймали, он типа нас обхитрил. А теперь переходим к срочным вопросам. Софос очнулся от транса. Кто такой Софос? Он сообщил, что вступил в контакт с разумной планетой, и ей грозит страшная опасность. Софос, значит. Что такое Софос? А, мы его спасали, точно вспомнил. Кто бы сомневался. Тревога, темные империи напали на живую планету. Обычно нападали на мертвую, а сегодня на живую, говорит. А сегодня на живую слетаем. Да! А, мы на мороженке сейчас были, а вот это живая планета. А, ну а смотри, у нее глазки есть. Теперь понял смысл, живая. А, говорит, я, говорит, ежик. Ни головы, ни ножек. И? А, спасибо. Так, тут мы, короче, качаем. Качаем. А, ну нет. Ну да, это точно тут больше нечего брать. А, ну вот это. А это что? Ну это потом. Сейчас оно нахер не нужно. Ну вот эту, да, берем. Ага. Ну тут такое дерево технологии не такое прям вот, чтоб сильно влияющее. Насколько было в первой части дерева технологии. Там некоторые... Обилки были настолько крутыми, что ты прям хотел до них дойти. А тут все такое поверхностное. Ну ок, чё. Так, ну ты молодец, ты справилась со своей задачей. Чё тебе взять-то? А тут? А вот это лучше, кстати. Так, ладно, кого будем брать? У меня все открыты, короче, да? Ага. Ну тут какие-то летуны одни. Вот мне Схара нравится чуть-чуть. Капельку. Совсем-совсем капельку. Потом вот это интересный парень. А он сразу третьего уровня. А не, второго, три очка. Так, тобой мы играли. Это. Что ты делаешь, кстати? А ты что делаешь? Призывает огромный разумный робот. Во, вот это хочу. Огромный разумный робот. Ага. Из-за неудачного эксперимента, благодаря особой бионической энергии, она может синтезировать их в своем теле и управлять ими. На основе этих наномашин она создает роботов-ассистентов, которые помогают ей в лаборатории, защищает на поле боя. Однако трансформация Схара еще не окончена. Кое-кто считает, что в бою она способна победить даже робо 070. Это кто такой? Я не помню такого. Или летуна взять. А давайте летуна. Или вот этого лучше, да? Давайте его. Хранители. Отряд биоинженеров, которые отвечают за работу бионических протезов космоса. Они оснащены самым современным снаряжением, чтобы лечить космоса и наносить урон врагам. Ну, в общем-то, вот всегда сначала ульту качаем. Это что такое? В своих бионических протезах космос выпускает шквал ракет, который наносит урон врагам, и на союзников накладывают ауру, которая наносит врагам вокруг постепенный урон. Конституция свою силу выпускает во врагов сжатую звезду, которая наносит постепенный урон. Чем дольше длится дыхание, тем сильнее звезда коснется. Древний дракон, обнаруженный в космическом пространстве и способный... И спасенный Федерацией от неминуемой смерти из-за серьезных травм половину его тела пришлось заменить кибернетическими протезами, но теперь ему нет равных на поле боя. Знак благодарности космос. Ну, я понял, да. Благодарен он, короче, нам. Ну, давайте космосом, да, поиграем. Космос. Так, мы какую-то ачивку еще сделали. Какую? Вот эту, да? А, это получено. Вот эту. Опять бабки, короче. Окей. А, это типа раньше его нужно было убить. Ну, типа теоретически, если взять сильных мобцов и сильного героя, то можно победить. Да, вот эту вот Мунисая взять. У него ульта-то такая. Она прям много дамажит.
Хотя у этой корабль дамажит тоже вообще не понятно. Ну, я хрен знаю. Можно, да. Ну, пока похеру. Обычная, да? Да, обычная миссия. Лесная планета. Ну, у нее глазки. Это она пукнула. Софос пробудился и сообщил нам о живой планете, которая телепатически попросила его о помощи. Планета рассказала ему, что темные эмпиреи хотят похитить ее внутреннюю силу через корни дерева мира, чтобы с ее помощью призвать тьму, с которой не в силах справиться даже Рад. Мы должны защитить живую планету. Ну давай, пойдем защитим. На защиту! Зеватушки, ну. Что-то босс такой-то легкий оказался. Сила этой планеты заключена в обычном куске древесины. Иди в жопу, говорит, я не обычный кусок. Когда мы заберем себе силу планеты, эмпиреи вновь вознесутся и подчинят себе пустоту. Я не обычный кусок древесины, я пенек. Даже Рад будет бояться нашей силы. Я не позволю. А пенька мы не спрашивали. Вскоре пустота поглотит вас. Окей. Все чисто. Че? Все чисто. Разворачиваем базу. А, это ты что ли? А, это ты, да. А, ты космос, да. Непривычно тебя видеть. Ты летаешь. Это, кстати, хорошо и удобно. Тобой сразу можно это... Типа... Не дать, что ли, чтобы ему по жопе надавали? О, так, мы делаем кого? Вот этого? А! Не, не то, блин, ладно. Это что такое? А, они долбят, все понял. Угу. Лети, лети. Так, тут мы можем купить еще. Не можем никого купить. И куда ты дуешь? Сидненький, ну и что дальше будет? Что ты делаешь-то? А, мне нужно было... Все, понял, короче. У меня еще мало сил, но я попытаюсь защитить эти земли своими шипастыми корнями. Ага, понятно. Ни хера себе тут жестко, как у вас. Вау. Ты чё, ты чё, ты чё, ты чё? Денег мало, надо летать. Никого купить не могу. Вок, наконец-то. Да блин. Драконыч, иди сюда. Надо это искать, что есть вообще. О, детей кормить надо. Ага, засал, говорит. О, но только это не деньги. Ну, миссию придется переигрывать по-любому. Ну, сейчас просто посмотрим сразу же, чтобы знать на будущее. Ага, нашел еще одну. А денег тут нет, да, нигде? О, еще мопса. Ну, блин, я купить их не могу, у меня денег нет. Можно подешевле кого-то взять, да, вначале?
Понятненько. Я понял, что они убьют мне базу. Ну, у него много хпшков-то. Так, сверху. Ну, там два мопца лишних, дополнительно. О, Мак, привет, подруга. Оу. Ага, ну я понял, да. Угу. Надо будет переигрывать. Сейчас детей покормлю и переиграю. Так, покормил. Продолжаем. Да, мы же переигрываем. Да, мы переигрываем. Да, у нас... Там просто надо сначала сразу же было деньги тратить на доп. Добычу. Тут нет на карте лишних денег. Кстати, нихера бы как тут зашла это, да? Вот та девочка, которую мы играли до этого. Не помню, как ее звали. Так, ты сразу же... Во! И бей. Че не бьешь-то? Ну, я говорю, бей. Так, а вот вы. Во, тоже бейте. Сейчас денег хотя бы будет больше добывать. Тогда мы сможем вот этого построить еще. Ага. О. А почему? Глюк какой-то произошел, что ли? Помните, она типа не переместила. Да, я понял, ничего себе. Понятненько. Это был какой-то глючара. А ты? Урга, да. Так, ты стой тут, куда пошел-то. Вообще вот тут ты стой. Рыл, ну. А, вы умерли? Это ты их убила? Ничего себе. Молодец какая. Так, ты... Ты сразу лети сюда, ага. Так, тебе нужно еще вот этого дракона сделать. Чтобы, да, летал с тобой. И еще... Денег нет, но вы держитесь, понятно. Да, блин! О, бейте. Так, ты тут, ага, защищаешь, помогаешь. Да вот этих бейте-то, блин. Где Ешка? Держи. О, вот этого, давай. Опа. И чё? Она просто дамажит, ага, все понял. Так, эту пока не будем укреплять. Ага, ты пока... Ну, давайте, ремончик сделаем один. Мы же можем еще одного купить. Как у вас мало урона все-таки. Товарищи, блин. Так, уходим, уходим в лес. В лес, говорю. А, ты тоже, типа, умеешь летать, да? Жестко. Так, ну это пока стоит на месте. Нормально, так, мы можем взять вот этого хера, чтобы тоже тут, да, стоял, защищал. Так, проще всего, короче, походу... И ползу. Ага. Вот тут, а стой. О! Они хилят, ничего себе. Молодцы, парни, идите туда. Вот, и туда лети. У меня есть уже деньги. Тогда мы покупаем еще одного вот такого вот. Так, не-не-не-не-не, ты зачем? Не бей это. О, тебе нужно вот это бить. Ага. Так, драконище, давай тоже лети сюда. Тут у нас что? Вот это вот купим. И... Ага. Keepers,
Во! О, Вась, собери, собери бабки-то, бабки собирай. Чё у нас? Все нормально. Так. Щит вкачаем тебе. Тебе вот это вкачаем, ага. Все, собрали все бабки. Это тоже ломайте, давай. Да, нормально там. Ага, вот так вот. Да блин! Вот. Как бесит, когда если что-то взял, да, типа в таргет. Да не надо, не бейте это, забейте! А вы почему так-то полетели? Вы типа через эти не умеете летать, что ли? Реально. Через деревья, говорит, не умеем, прости. Да нормально все пока. Отхильтесь давайте уже. Чё у вас там? Давайте еще щит купим. Да сюда лети. With me, ну. Где-то еще сейчас можно будет, да, одного? Во. Лично. А, лети туда. Еще одного дракончика купим. Не, дракончика я сказал, мы купим еще. Сотку стоит. Сейчас будет. Лети сюда. О, сюда летите. И тоже сюда лети. Вот это вот сюда поставим. И, ага, вот это нажмем. О. А чё, одного убило? Блин, дракона одного убили. Ну вы, короче, не правы, вообще не правы. Ладно, возьмем эту даму. Пусть тут стоит. Вообще вот тут-то. Так, ну давай. Пушку давай. О, ты же будешь, да, дамажить? Да. Угу. Да ты, короче... Да иди нахер, ты бесишь меня, да? Управление вообще просто топовое. Они еще и отхиливаются, охренеть. Давай, идем. Ну ладно, убьем вот эту херь. А, он убивает. Так, ты чё, как у тебя там дела? А, ну тебя убили тоже, да? А, вас убили. Ага. Ну я как бы вас и хотел потерять, если честно. Денег мало делается, вообще. Ну давай быстрее. Ну еще соточку. Ну драконы дорогие, блин. Так, ты, короче, сюда иди. Ага. Так, сотка есть. О, нихера тебе прилетело, тебе больно. Ладно, вас пока хватит столько. Угу. Просто глянем, что тут еще есть. Ага. Сюда летите. Вот это убейте нахер. Да бей давай! Да куда ты полетел? Просто бред какой-то. Дебила кусок, а. Да
Ну, легкая миссия, конечно. Надо было сразу все в драконов и... А базы сами справляются. Спокойно там. Плюс дерево, короче. Спасибо, что спасли меня, но то, чтобы восстановить от этой мерзкой энергии, у меня уйдет время. Ну, давай, восстанавливайся. Что-то какие-то миссии пошли слишком быстро. Из-за постоянных сражений наши ресурсы на исходе. Ты мне не понравился. Нам нужно отправить отряды, чтобы собрать на планете ценные какие-то компоненты. Он с радостью нам поможет. Молодец, пенек. Пенечек, короче. Даже уровень я не прокачал. Он прям, ну он вообще, ну он хлебушек. Он постоянно куда-то летал. Что ты делал вообще? Я его не просил это делать. Он постоянно это делал, блин. Бесит меня. Ульту я его не прочувствовал, конечно. Но ульта хилит. И дамажит, и хилит. Все делает. И че дальше? А... Получается 3 миссии. Что-то такие миссии какие-то молниеносные пошли вообще. Ну ты долго там будешь? Да реально даже уровня не прокачал. Жесть. Че это? А, ну давай еще 2 бомбы получим. Так, тебя... Мне новый отряд дали. Вот это, да, докачаем? Во, да. Отлично. Ну, это надо качать, в принципе. Почему бы нет? Да надо все качать, как бы, понятное дело. Последний, да? Грибы! А, фитокомпоненты. Блин, ну я не прочувствовал еще. Ну, давайте за место вот этих вот. Пирокактус, блин. Да, что тут читать? Потом глянем там. Че, не могут... Пламя в небесах Баути, обнаружив на орбите планеты флот Раад, Федерация отправила туда свои лучшие корабли. Ага, хорошо. Это все звездные крейсеры 5-го ранга, уцелевшие в результате множества войн. Мы угодили в ловушку. На планете располагается артефакт Раад. Где? Который дает им... невиданные тактические преимущества. Мы отправим элитный отряд, задача которого как можно быстрее найти и уничтожить контрольный центр Раад. Поспешите, наши корабли в опасности. Ну конечно, поспешим, чё. Поспешалите просто. О, ты кто там? Используйте бронебойные атаки. А, хорошо, буду. Наш флот вступил в бой. Окей. Нужно спешить, у нас преимущество. Окей. Так, кого ты возьмешь? Говорит, ага, 2 отряда смогу. 3 отряда смогу взять. А. 2 только отряда смогу взять. Мы только что потеряли корабль. Мерзкий корабль. Да? Времени осталось совсем мало. И куда падал-то, блин, корабль? Я уже обрадовался, 3 отряда у меня будет. Так, дракончика взять, я так и не попробовал. Ну-ка. А, это... Он типа в миле, да, сражается? И цветочек давайте возьмем. Ага. Ага. Все, один из наших кораблей получил серьезный урон. А, вот этот вот. Я понял, как им нужно сражаться с этим кораблем. Нужно, типа, наезжать сверху. Ага, забавно. Такие милахи. Keep us to battle.
Так, там чё? Ага, там... Во, надо захватывать, понял. Угу. Цветочки, вы сможете к нам подойти? Ты, короче, смотри. Ты, говорю, смотри, вот сюда. Ага. Кира он. Так, давай, давай. Да. Ну да, неудобно в плане... Ага, ну короче, ладно. Идем захватывать. Короче, один корабль уничтожили. Печально. Цветочки-то не убивайте, я вас умоляю. Нихера не хилятся, да? Так, серьезный удар. Невозможно что-либо выбрать, короче. Вот эти вот, ага, наносят. И вот это вот сделаем. Ук. Ага. Так, денег у нас сразу же берем, блин. Следующий корабль страдает уже. Ну, сейчас хоть деньги будут. Сразу, да? Так, вот тут надо сделать... Ну, 50... А, нет, да, 50 стоит. А чё, мы потеряли, да, цветочков? Ничего себе. А, нет, вот они же. Ничего мы не потеряли, все нормик. Ты чё, и чё? А, его убили? Ничего себе. Так. Все, всех, да? Ты вот, добывай. Че, еще один корабль, да? По жопе пошел. Ничего не могу с этим поделать, сори, как бы. Кушка. Ты кушку давай. Да кушка, говорю. И куда вы пошли-то, я не понял. Блин, надо было это, ремонт взять. Да, дракон. Ну, понятно. Опять у меня, короче, это... Проблема есть. Имеется такая. Маленькая проблемка. Непрокачанный герой. Так. Ага. Идите, кактусы, посражайтесь. Да куда ты полетел? Лети, разведуй, блин. Да не та кнопка, блин, нечаянно же. Нихера себе. Нихера вас тут. Это вообще вменяемо? А что сделать-то надо? А, контрольный центр РАД надо уничтожить. Это он? А, тактический центр РАД. Но. Угу. Так, мне там надо дальше что-то покупать. Третий корабль уничтожен. Этих убили, что ли? А, тебя убили, короче. Ну, понято, понято, все. Надо больше летунов делать, и все. И все будет гуд. Ну, я проигрываю уже эту катку. Потому что, ну, нихера себе, их уже всех убили.
Почему нельзя нажать на ту же кнопку и отменить? Что-то я не понимаю. Ну, не, ну слишком за жестко атакуют. Грибов я не прочувствовал, честно скажу. Герой, кусочек это, овоща. Вот прям вот вообще, ну, тут ни хера у них, да? Вот посмотрите, вот это что за беспредел? Ага, понятненько. Ну, короче, окей. Нет, хотя до конца доведем, да, чтобы это... И куда ты кинул это? Ну, понятно. Ну, это понятно, нет. Ну, блин. Нет, хотя экспы ему дадут, может, он хоть уровень возьмет. Какая разница, нахер ему этот уровень, если он кусок... Вообще герой не понравился, вот реальный. Он хоть и летает, да, но что толку-то с его полетов? Прям, ну, вообще не понравился. Ну, он, да, второго левела, что может понравиться, блин. Так, это меха. Вот, тебя попробуем. Ой, я тебя не выбрал. Да не ты, вон. Воринг, блин. И цветочки тут как-то не заходят пока. Ну, я что-то не вижу тут в них смысла. Мне что-то надо летающее тоже, чтобы сильное и летающее было. А что это может быть? Ну тут эти, тут можно тоже летуна сделать. Ну тогда их просто не делать и все, потом, если что. Угу. Она не то, что сложный этот уровень оказался, там до хрена от этих бронированных херы было. И их просто до хрена реально. All systems go. All system, блин. Так, делаем дракона. И делаем вот этого. Ага. Iron Marines, assemble. Assemble, assemble, ну. Они через деревья, кстати, пролетать не умеют, вы заметили? Есть у них маленький косячок. Да не трать ты на это время. Что это я сделал? А, убили, да, мне уже кого-то. А, нет, у меня не было третьего-то. Че я туплю-то? А. Что-то я не прочитал на скиллы-то. Так. Это мы сюда делаем. А вот это сюда сразу. Угу. Блин, денег сейчас не с чем зарабатывать. Ну, понятное дело. А, тебя убили, да? А вы-то что там стоите? Бейте давай. Так, ты пока, ага, защищать будешь базу. Так, добывай больше, лучше, надежней. Ну да, да, уничтожен. С кем не бывает. О, уже другой расклад. Сколько? 75 стоим. Сейчас он отхилится. Давай быстрее. Так, ты сразу лети. Ты просто проверь, что там есть. Это захвати, кстати. Это что такое, блин? Есть у тебя какая-нибудь... Да хер его знает. Как почитать-то про тебя вообще? Можно что-то? Ага. О, долбишь. Молодец. Стреляешь, долбишь. Так, денег, денег, денег. Вот эту сразу покупаем. Ага.
Мы как бы знаем, где находится. Просто смотрим, может тут какой-то может дополнительный отрядик найти или что-то еще. Мне бы это не помешало. Вот вообще бы не помешало. Или бы даже, может, еще одну базу бы. Ага. Понял. Так, я могу купить еще одного дракона. Лети-ка сюда. Угу. Так, ты, ну ты... Уф. Давай, да. Ты не умирай только, я тебя прошу. Ну ты умер, да? Ну ладно. Ну конечно, базы вы хреново дамажите. Так, давай быстрее уже перерождайся. А, убили реально? Да, блин. Не, это херня. Так, нужно идти, значит, этими. Блин, денег-то нету. Че этот за скилл? Че он делает? Лечит, что ли, типа, или что? Непонятный скилл, короче. А этот? Так, денег, давай. Это, да, блин, сюда. Я вот с ними пойду, короче. Тебя убили, да? Ага. Да я понимаю, что серьезный урон получил. Че я сделаю-то, блин? Нет, цветочки мне не нужны. Так, у нас тут по максимуму, да, тут все нормально, тут справятся, ага. Где ты там? Давай. Погнали. Блин, ну... Угу. Ну что-то нет. Тоже нихера не варик. Он про... Они просто сдохли тоже и все. Они даже убить его не смогли. Одного. Ага. Да герой не прокачанный в очередной раз. Ну давай этих попробуем. Все, кончился твой лазер. Ну да, и вот они уже начали атаковать жестко. А ты че, иди сражайся. Класс. Ну ладно, опять заново. Тут очень сильно зависит от героя. Надо взять прокачанного героя. Потому что, ну, это нереально. Таким тут не победить. Он просто кусок мяса. Что-то пришел, умер. Взять кого? Ее я вообще не помню. Мунисая? Нет, возьму я туда. Я ее помню хотя бы. Тут просто надо жестко вначале в это втыкаться в них. А это нереально. Юкол, ну. Так, мы опять же делаем. Где вы там? Вот ты. И тут мы делаем вот ты. Ага. Сразу же базу захватываем. И пойдем сразу следующую захватывать. Она, я думаю, уверен, справится, блин. Со своей-то ультой точно.
У меня еще по-любому где-то есть на карте, как бы это. Просто она еще мне денег даст. Ага, просто, да? На ровном месте. Также все делаем. Ну а ты отходи, отходи, не умирай. 75 надо накопить. Ты нихера себе умерла. Я говорю, не умирай, а ты взяла, умерла. А вы реально убили, просто пришли, просто убили. Нихера себе. Охренеть можно. Круто, чё. Молодцы, ну, красавцы. Так, ты... собери там бабосики. Что это такое вот это вот? Не знаю. Взорвется что ли? А, он типа не умирает что ли? А. О. Двуразовый, понятно. Так. Угу, берем этого. И короче, денег пока нету, да? Топ разрушает все на своем пути. Плане, как бы. Все, пойдем. Вторую базу пытаться атаковать. Ага. А, надо сразу идти к бо... Мне всех убили, реально. Охренеть. Класс. Неожиданно. Видимо, ты сильный. Ну да, ты походу сильный. У тебя рейндж маленький, но ты сильный. Так, ты иди захвати. Да, я понял, что еще один корабль был уничтожен. Ты, короче, сюда забери. Угу. Блин. Да вот эту надо лечить-то. Ща. Давай. Отлично, успели. О, да не убивай. Блин, твари. А вот она. Штука-то эта. Так, ты где? Бей давай. Чё у нас там? Нормально все. Угу. А, ты умерла, я не отследил. Тогда нам нужно еще таких динозавров нахрен. Вот это урон.
еще тогда сделаем такого, да, динозавра? Нихера не долго. И чё? А, победа. Ну да, это вот. Ого. Шестой. На первый. Чистый героя поменял, как бы, ну, с нормальной ультой. Прокачанного хоть чуть-чуть, хоть на половину. И все сразу пошло по-другому, да? Ну, в общем-то, это все было понятно. И те два героя, ну, они вообще были не очень. Не знаю. Ну, хотя второй более-менее... О, что это такое? А куда нас отправило? Что-то я не помню такой галактики. Ну ладно. Окей. Так. Вот эти вот парни, что вы делаете? Вот это надо по-любому брать по максимуму. Способности работы шахтера. Да, типа больше денег, богу денег. Все здания начинают ремонт на 15% быстрее, лучше. Хорошо. А что такое? А, сама. Ладно, больше денег, да. Денег не хватает вечно. Я нихера себе. Ну-ка, когда огненное ядро выпускает лунный вал вокруг образа облака дыма, который сильно уменьшает... А, ну да, и вот это качать. Кендра. Ну, все равно мы в следующий раз другого возьмем. Что, взять тебя опять попробовать? Ты, в принципе, не сказать, что говно. Бесишь меня, правда, вот реально. А вот ты, вот тебя возьмем, короче. Это что за скилл, кстати? Размещает на поле боя Т5 в боевой режиме. Ну, теряет возможность запускать ракеты. Где? Введи ли Т5? Это что такое? Ага. Ага. Что-то я не заметил, Т5, но я понял. Ну мы тебя будем, ага, еще пробовать. Ну на этом-то, конечно, понятное дело, закончим. Нам чуть-чуть статьи осталось. Ну да, вообще капельку. Сейчас и потом боссы на боссах, короче, и боссами будут обмазано будет все боссами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующей серии. Удачи.